Еще один омский студент погиб во время занятий в спортзале. Тело 23-летнего молодого человека обнаружили накануне поздно вечером в клубе «Чемпион». Он находится в центре города на улице Маяковского. Руководство клуба комментировать ситуацию отказалось. По результатам вскрытия тела причиной смерти студента назвали заболевание сердца. Напомню, аналогичный случай произошел недавно в другом тренажерном зале неподалеку, на улице Жукова. Там 20-летний молодой человек скончался из-за острой сердечной недостаточности. Уголовное дело по факту гибели студента в клубе «Чемпион» передано в Следственный комитет.